前德国总理梅克尔他说，你要了解普丁这个人，了解他真正内心的一个想法，然后了解他语言代表什么意义，你不能够太轻忽他的语言。整体而言呢，普丁当然是一个民族主义者，他的民族主义是什么？是侵略吗？更重要的是悲情。他认为自从苏联解体之后，他受尽了西方的屈辱。过去虽然俄罗斯继承了苏联在联合国的常任理事国的地位，可是凡是西方美，尤其是美国和苏联所签订的重要的合约，包括北约不东扩等等，美国都不承认。美国说，那是我跟你们苏联签的，你不再是苏联，你只是俄罗斯。俄罗斯在石油价格大涨，也就是美国打了伊拉克战争2003年之前，你算算，从1991到2002，它的时间呢，整整将近差不多10多年的时间里头，整个俄罗斯都是属于非常非常贫困，发不出工资，冬天没有电的状况，非常非常的寒冷。而那个寒冷跟那个穷困就塑造了普丁这个人物，也塑造了他的民族主义。所以他的民族主义是悲情的，对他来讲他要拿回过去俄罗斯的领土，所以他打了乌东地区。对他来说，你答应我北约不东扩，其他国家就算了，你连跟俄罗斯关系最紧密而且离莫斯科最近的基辅的乌克兰都要纳入北约，我忍无可忍。这是整个普丁的想法。到底会不会动用核武呢？在2018年他要竞选总统的时候，他接受是俄罗斯的媒体对他的访问，而这个访问他的记者后来就成为他的发言人。当然你也可以说这是一个很官方的说法，不可信，但是当时他就已经说了一段话。这段话是什么？他说，王权和断头台仅一步之遥，重点不在于我们平凡的生命何时结束，而是我们怎么样过这一生。在整个所有的访问里头，你可以看到他的悲情，他的内敛，还有他的狠毒。Каждый из нас сам выбирает свой путь и свою судьбу. Я очень многое помню. Очень много. И никогда этого не забуду. Вот это, знаете, всегда будет со мной. 记住，世界的未来在这个人的一念之间。普丁不是夸言型的人，有点内敛，带着浓厚的俄罗斯民族主义。他认为屈辱是过去俄罗斯30年的代名词。某个程度，他是痛恨西方世界的人物。如今他已经表明不惜动用核武。他说：“Тронный шафот всегда рядом. И вопрос не в том, что мы когда-то закончим свой бренный путь. Вопрос в том, как мы его пройдем.” 我们最好了解一下普丁，才能知道未来的命运。这部纪录片是由俄罗斯制作，整理普丁的总统之路。С вами вообще можно спорить? А лучше бы не делать этого, конечно. Опасно? Нет, я шучу. 你可以跟他说笑，但当他不跟你说笑时，你最好小心点。А вы умеете прощать? Да. Ну не все. А что невозможно простить? Предательство. 当危机来临时，他杀伐果决。Сочи, 7 февраля 2014 года. До открытия зимних Олимпийских игр остается менее часа. Докладывает. Захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики самолета требуют посадки. На стадионе Фишт более 40 тысяч зрителей. Олимпийцы, представляющие 88 стран, и главы сразу 48 государей. Я спросил, что вы предлагаете, и ответ ожидаемый. В соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации. То есть? Сбить. 他说出口的每一个字，过去极少夸言，无论多么令人难以置信。例如2000年的库斯克号核动力潜艇沉没事件。Владимиру Путину о катастрофе доложили немедленно, но даже те, кто докладывали, не вполне представляли, что именно произошло. Я ведь только что приступил к исполнению обязанностей президента, выборы только прошли. Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. Министр обороны позвонил, сказал, что
24 августа 2000 года. Более 200 родственников моряков Курска собрались в гарнизонном доме офицеров поселка Ведяево. Истерзанные горем, отчаявшиеся, уставшие страдать люди не могли даже слышать слово «власть», которую во всем винили. В голос говорили, что растерзают любого чиновника. Именно в этот момент в гудящий зал зашел Путин. Кто-то свистел, кто-то топал ногами, кто-то навзрыд плакал. Вы ведь знали, что будет очень тяжело разговаривать с этими убитыми горем людьми. Почему все-таки решили поехать? Поддержать людей. Заверить их в том, что мы сделаем все для того, чтобы лодку поднять. Тяжелый разговор продолжался 2 часа и 40 минут. В итоге произошло самое на тот момент маловероятное. Люди ему поверили. Разговор был действительно очень тяжелым, но он был честным абсолютно. Предельно честным и открытым. И, безусловно, люди это почувствовали, поняли. Я им за это очень благодарен. Вот для того, чтобы сделать все, чтобы или, если это возможно еще, спасти людей, или в случае, если этого не удастся сделать, в конечном итоге лодку поднять и отдать последние почести нашим ребятам, морякам, которые... Уже вскоре специальное совещание. Подводники и конструкторы АПЛ приводят десятки доводов против подъема Курска. Успех операции оценивают в 1-2%. Звучит конкретный вопрос президента. Готовы ли пытаться? Потому что он напомнил о известной русской пословице. Взялся за гуж... Не говори, что не идешь. Я пообещала. 打捞男并非推脱之词, 因为这可是一艘相当于八层楼高载着导弹的核动力潜舰. Подводный крейсер отрывали со дна 54 гидродомкрата. Десятки стрендов, специальных стальных многожильных тросов должны были идти равномерно. Крен был недопустим. Когда Курск все-таки удалось поднять, Игорь Спасский, мужчина, настоящий моряк, академик и конструктор с мировым именем, заплакал. Камень с души слетел. Честно говоря, я слез не мог удержать. Все молодцы. 从此俄罗斯人民知道他们的新总统普丁是一个言而有信的人，连他的敌人也知道了。Помните известный фильм, очень хороший, из «Джентльмены удачи». И один из эпизодов, когда главный герой попадает в камеру, а второй какой-то там урка ему говорит: «Ваше место у параши». Вот по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после распада Советского Союза способ поведения в отношении России. Нам пытаются всегда показать, где наше место. А нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса. 狠话人人会说, 光说不练的人只会让人看笑话. 普丁不是光说不练的人. 2018年 3月 1号 这场国情咨文, 现在回想起来, 让人背脊发凉. Одно из них – создание малогабаритной, сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты, но при этом обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. Эти слова я произнесу сегодня еще не один раз. Слова об уникальности и абсолютной неуязвимости новых видов оружия Владимир Путин в этот день произнес 7 раз. Это касалось и высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», и новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая благодаря дальности своего полета достигает западного полушария даже через Южный полюс. Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, я бы, знаете, сказал, на очень большой глубине, и на межконтинентальную дальность, со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок. 纵然此刻俄军在乌东节节败退，但是有件事已经很明白了. Есть ли какие-то обстоятельства, при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь? Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда. Неожиданно.